В отдел полиции номер 3 МВД России Оренбургской обратились сотрудники крупного сети магазинов электроники и бытовой техники с заявлением о факте хищения неизвестным мужчиной съемных жестких дисков от ноутбуков и компьютеров на общую сумму более 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном лице, оказать содействие, обратившись по телефону 79 67 66, либо по телефону 02.